от Лилии Федоровны, императрицы. И вот на этой выставке, которую сейчас мы посмотрим, представлены в основном наряды императрицы. Всего сохранилось 70 платьев, костюмов из сотен. И то чудо. Императрица Мария Федоровна, законодательница мод. Все, что она не одевала, все это было ей к лицу. И очень была модная, стройная, изящная. Очень любила танцевать. Здесь на картине запечатлено венчание Николая II и великой княгини Александры Федоровны. Тут самый исторический момент. Это Филоний священника, который венчал Александру Федоровну. Вот так расшита Филоний золотыми нитками по бархату. Это свадебное платье великой княгини Александры Федоровны. Из парчи. Расшиты серебряными нитками. Да, красота какая. Платье Марии Федоровны из атласа, бархата, шелка, кружев. Выходное платье. Со шлейфом. Это костюмы придворных. Мантилья. Вот так выглядела гостиная императрицы Марии Федоровны в Гатчинском дворце. Портьеры, кресла. Картины, диваны, подушки, в рамках портреты, абажуры, лампы. И вот такое домашнее платье. Тоже по моде того времени Марии Федоровны, но в котором она не могла показаться гостям, только дома. А сейчас посмотрим халат молодого императора, который направлялся в опочивальню. Этот халат весил 6 килограмм. Он его не любил, но первый раз его в брачную ночь одел. Это домашнее платье императрицы. Все в кружевах, очень дорогих, ручной работы. Называлось платье чайное. Днем она пила утренний чай. А сейчас посмотрим шляпки. В моде были маленькие шляпки. Вот из перьев страуса, из бархата. А вот эта шляпка, это чучело птицы. Шляпка с цветочными. Шляпка со страусиным пером.
чаще лайки, вот эти перчатки. Их часто меняли в течение дня до 10 раз. А это туалетный набор императрицы, в который входило 44 предмета. Зеркальце, пудреница. Подставочки, подсвечники. Флакончики, подушечки для булавок. В общем, все это напоминает, свидетельствует о самом сложном туалете дамы 18-19 века. Портрет Марии Григорьевны Раевской. Регина высочайшего двора, кавалерственной дамы. Это великолепное платье княгини Зинаиды Суповой, которое она одела на маскарад и в духе эпохи Возрождения, из красного бархата с золотым шитьем. Придворное платье императрицы Марии Федоровны для мероприятий не светского характера, а государственных праздников. Рядом платье статс-дамы. Бархат расшит золотыми нитками.